Здоровый щенок. Сегодня будет часочек Айзека. Чуть-чуть-чуть-чуть. Ну, вообще сейчас пятница, вечер. Ты, я. Mountain Dew. Ты, Mountain Dew. Если бы ты был Mountain Dew, я бы тебя выпил, конечно. Но, к сожалению, ты не такой. Вот. А, соответственно, у нас еще будет с вами Гачи Радио. И мы будем играть за Магдалену. И нам нужно сегодня либо финал, либо Делириума. Мое. Пол хп мое. 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 Мои хп, блядь. Все хп мои. О, достану. Достану. Блядь, достал, конечно, но... как какой ценой дважды? Сука, я уже даже не вижу, где я хожу. Блин, еще бы хпшечек бы. Как было бы хорошо. Я бы сейчас намазался бы такой... такой сочник и хпшечка, такой, такой, прям, вот, вот такой вот хпшечка бы намазался. Бля, я совсем забыл, что у меня Mountain Dew есть, вы чё? Аж про это самое, пробивает на танце. Так чё, серый хп, ключ, монета. Ключ? Ладно. Ладно, подожди. У меня еще есть шанс. Всегда правый буду брать. Всегда правый. Ключ тоже сработает. Бомба тоже сработает. Давай. Давай, детка. Да ты нет, ты дурак! Доджи. Доджи и доджи просто себе. И все. Все, что надо сделать. Бам. 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 Увлекательный геймплей. Блять, сука, опять взял. Зачем ключ? Вот что надо, беру, блять. Что не надо, не беру, блять. Как я работаю вообще? Как мой мозг работает, у меня вопрос. Да, сучий сын, да, блядь, я не хотел брать это говно. Зачем я это беру? Мяу. Два ключа. Ну, это нам не надо, конечно. Только я себя собрать их могу, я не могу себя собрать. Ну, ладно, все, погнали тогда. Не собрался, к сожалению, немножко в конце. Чуть-чуть не собралось. Что-то происходит. Вот что я вижу. Так, мне вообще-то надо быть осторожнее. А не танковать лицом. Блять, да какой коллект? Какие там карты, надо узнать. Moon, Temperance, что там еще есть? Блять, не то. Что-то происходит снова. Death, Judgment. Все это хуйня. Sun. Пора. Пора выводить. А, нихуя не успели. Все, пора сосать. Я вам отвечаю. Сейчас сосу. По-жесткому. Да-да-да, брррр, давай. Давай-давай-давай. 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 Make me fucking come. You make me fucking come. I love that. I love that. Блять, зачем я это сделал? Сука, можно взорвать, можно взорвать. Она не успеет взорваться. Нет. Зачем? Сан надо было в
вплоть до беста держать. Да, но я там побоялся, что меня выебут, к сожалению. Я думаю, будем делать вот так вот сейчас просто. Да? Так, правильно делаю? Так вот теперь правильно делаю? Так Эдмунд задумал до этого персонажа? Чтобы я просто вот так вот, блядь, делал, стоял. You make me fucking come. I love that. Монашка работает. Да, я и вспомнил, я из-за этого и начал. У меня еще там и электричество работает, у меня там все работает. Вообще все работает. Соси жопу, смерть. Тебя никто не любит и не уважает. А что, беста тоже? Беста тоже можно бить лицом? Нужно бить лицом или нет? Или бист меня убьется на удар, если я начну дамажить лицом? Давайте с Иовы сыграем все-таки. А то проебаться от такого, ну это как-то... Все деньги, да-да-да, кстати, там у этого... У той, этой самой, у той местной штуки. Бля, ну таким темпами я сам не доживу, мне кажется. Стоп, я чё, дэмэдж получил? А где? А, блядь, я от этой штуки дэмэдж получаю, сука! Я думаю, а кто мне дэмэдж-то наносит? Это та херь! Смешно. Кстати, монашка. Но это было просто. Все-таки мешок заряжал. Зарешал. Не убьет, но я все равно по сейву пойду, а то... Ай, ладно, вот так вот. Вот так можно уже. Но это было просто. Прям совсем. Даже в конце не почувствовался, если честно. Надо было на делириумы идти. Автомат по сдаче крови обыграл. Да. Выиграл по сдаче крови. Автомат по сдаче крови, конечно, обосрался. Все-таки мешок зарешал. Если у вас выпадет мешок, нет, не бросайте. Хорошая штука. И если вы играете за альт-меги, must have, знаете что? Монашка, ебать, все. И будет у вас монашка, будет вам... Будет... И какую-нибудь батарейку еще туда закиньте, чтобы монашке было легче работать. Все, спасибо вам всем. Желаю добра, счастья, удовольствия, удачи, веселья, тепла. И чтобы без депрессии было. Чтобы облачко депрессии у вас здесь вообще никогда не выпадало. Дамы и господа, уважаемые щенки, здравствуйте. И сегодня в нашем радиоэфире, на нашей радиопередаче, мы будем играть в Исаака. Исаак — это человек, который, так сказать, придумал вот эти вот формулы Ньютона, вот эти вот Исаак, который заставляет нас учить физику. Может быть, не этот самый Исаак, может быть, другой, но неважно. Как бы честь... И важность Исаака в любом случае останется и будет передаваться по наследству всем Айзекам этого мира. Уважаемый щенок, добро пожаловать. А сейчас для вас играет Performance Artist Podcast, эпизод 469.mp4. Наслаждайтесь. Во славу Гачимуч. Если есть что-то интересное, что спросить хотите, узнать, я всегда здесь, всегда ком. Отвечу, расскажу, покажу. Член не буду. Я, кстати, шорты забыл надеть, поэтому все может оказаться весьма не очень хорошо для меня. В какой-то момент я, скорее всего, встану. А если я встану, меня встанет, скорее всего, тоже. И давай возьмем ключи. Ключище? Ключинде? Ключамбе? Ключо? Ключезде? Клюбамба? И еще 50 тысяч вариантов, как назвать ключ. Выдавать бомбы? Блять, ублюдок. Последний просто говноед в этом царстве говноедов. Секретного прохода не было найдено.
Но ты можешь всегда найти мой секретный проход, который находится у меня в жопе. Понял. Да. Да что такое? Бомба, можешь, пожалуйста, остаться на месте? Ничего не было. In this game, arcade. Больше говна насоздавал. Nice. Nice. Вот это все, чего я всегда хочу слышать. Так, у меня только 11 монет, к сожалению, с ними мы ничего и нихера не сделаем. Но мы можем поискать секретный проход. Твоей мамы. Блин, если бы я бы еще стрелял самонаводящимися, это было бы прям... Это было бы прям... Вот так вот было бы. Нет. Так. Гей. Блин. Немножко отвлекся. Мяу. Жаль, что завтра работа, разве что вот это вот про дела, если меня спросишь. Пытаюсь выкнуться с тем, что завтра начинается работа. Рабочие дни. Меня они, так сказать, не особо привлекают. Забирают кучу моей жизни, понимаешь? Я чувствую, что я не живу, когда я работаю. А кто не работает, тот не ест. Поэтому... Роди для меня. Пожалуйста. Блять, я сам себе... Во-во-во-во-во-во, пусть рожает. Ребята, выходим. Ребята. Блять, ну почему он ключи не спавнит? Дайте мне ключи, пожалуйста, сэр. Ключи. Да, блять, хватит. Какие бомбы? Ключи давай. Да какие бомбы, блять, давай ключи. Ну, ключи? Да какие сердца? Ну, гиги за шаги, блять. Давай мне... Ключи. Наконец-то. Все, не ломаем. Я его добью, блять. Я не сдамся. Сука. Одна хп осталась, ну. Суперсын. Щенок, который смотрел меня записи, спасибо тебе большое, ты посмотрел, насладился. Надеюсь, тебе было весело, прикольно и, так сказать, интересно слушать мое ебаное воображение. Всего тебе хорошего, приятного, интересного и веселого. Надеюсь, твои оценки, хоть где бы то ни было, на работе, в учебе, в детском саду, в утробе матери, чтобы они всегда были только отличными. Всегда прям, знаешь, на пятерочку выходил так. А если ты боксер, то чтобы прям пробивал двоечку все. В общем, вот, спасибо. Оставайся. Буп. Здоровый щенок. Следующая запись начинается. И по всем стандартам, по всем нашим меркам, я так понимаю, я вывел формулу стримов по Айзеку и записи по Айзеку. Все, что тебе нужно, это я. Стрим. Ладно, стрим не нужен, ладно. Давай заново начнем. Подожди. Я, Гачи, Айзек и рандомные чуваки, которые будут писать в чат. Я, скорее всего, не буду успевать читать, но... Может быть, они будут читать меня? Как? В этой игре нужно побеждать не только боссов, а еще и противников. А еще иногда и самого себя. Потому что главный враг в этой игре — это ты сам. Симон всему голова. Причем главный враг — это Макми. Ну, так как он сделал игру, да, я согласен. Он главный враг. Но он и главный друг, понимаешь? Он и корень всего зла, он и создатель этого зла, понимаешь? Так что мне кажется, что Макмиллан и друг, и враг одновременно. Так, запись. Здорово, записные мои черви, записные мои щенки. Мы взяли детей, которые рождаются у меня. Я думаю, мы создали как бы Магдалену только что. Как раз таки она будет кучу детей производить нам. И... Собственно,
тем самым мы и победим. Это случайно не абортом называется, то, что вот я сейчас произвожу детей таким образом? Это типа автоматический аборт? Делириум — это белый такой чел, который перевоплощается во всякие разные формы. Блять! Во всех боссов, которых типа ты убивал, пока гамал. Так вот этот самый. Самый заключительный босс и считается одним из самых сложных. Ну, во всяком случае, для меня один из самых сложных боссов. Типа, мне кажется, даже гнилая мать не такая сложная, как этот хрен моржовый. Ну, про мать такого мог бы и не говорить, конечно. Ну, у него гнилая мать такая. Ну, что я могу сделать с этим? К сожалению, он сам нарвался на такую жизнь. Чанс телепорту Dark Room. Блять! Мне кажется, ты совершил какую-то ошибку. Глубокую глотку, блядь, совершил, сука! И теперь у меня снова маленький процент того, что я выбью себе дьявольскую комнату. И... Да не такой еще не маленький. 36%? Ну, обычный, не знаю. Процент. Большой процент. Это большой процент. Есть. Забираем. А, серьезно, мне нужно было выбрать из двух дважды. Ну, суки. Я выбрал дважды плохой. Плохую штуку. Золото. Touch an enemy, turn them into gold. И я еще на... Ебать! Так это же вообще вин. Я сейчас ультра много дэмэджа буду наносить. Потому что я же наношу из-за того, что... Ну, типа... Исходя от того, сколько у меня монет. А монет у меня много. Ладно, давайте так добьем. А чё мои эти мухи-то в него не врезаются? Алло, неужели он все задоджил? Просто охереть, спасибо, мухи. Вы такие, вы просто привлекательные. Вы просто отличные ребята, лучшие. Замечательная публика. Замечательная публика, реально. Ублюдки. Меня булили весь день. Тебя булили весь день? Нет. Бля, это обидно на самом деле. За что? За то, что я занимался любимым делом. Дрочил? Гамал? Конечно, спасибо за... За выбор, да? Отличное предложение. Отличный выбор. Ну так давай, давай, ничего. Выбирай. Нет, сука! Половина хп больше. Я прыгнул вниз и не собрал вообще нихуя. И там ангельская комната еще была, блядь. Ну торопимся, торопимся. Торопимся. Лох, спасибо, спасибо. Игорь, главное, что не сдох. А почему эти мухи не мои? Если все мухи мои, почему мухи хаш не мои? Что за дела? Что это за бред, блядь? Что это за недопонимание со стороны мух такое, мое, блядь? Стоп, почему он мне полный хп отнял? У меня же вафли. У меня же вафли. Ну у меня же. Ну у меня же вафли. Но у меня же. Но у меня же вафля. Это обнимает. Что? Что отнимать? Обнимает. Пчел. А я не могу их обнимать же. О, блять, как сложно жить нахуй. Ну отвалите от меня, вы, демоны, блядь, преисподней, нахуй. Блядь, да сучи демоны. А чё, я не могу, сука, я понял. Я понял, я стал призраком, я сдох. Ну, живем. А, стоп, стоп, почему я выжил? А, типа, если 10 секунд я выживу. Ничего себе. Блядь, да это какая-то вообще издевательство. Нахуй, что происходит, блядь? У меня же вафли, ну... Ну, вафли же была. Ну, вафли же была. Ну, что ж, чуваки. Мы проебали. Хаша мы не взяли. К сожалению. Или к счастью. К сожалению, скорее. Или к счастью. А, похеру.
Спасибо, что были на этой записи. Те, кто смотрит запись. Еще раз говорю это, потому что все, некоторые люди не понимают, что я дальше буду продолжать стрим. Всего вам хорошего. Прекрасной жизни. Надеюсь, что вы научитесь мансить вот эту вот восьмерочку, которая идет от Хаша, потому что это как-то не очень. Хаш на самом деле достаточно легкий босс. Как вы видите, я проебался, потому что я просто лох. И проебал на самом деле кучу всего позитивного и клевого, но такие дела. Вот. Спасибо вам большое еще раз. Счастья, добра, удачи, любви. Буп.